Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня моя модель, мы сегодня никого не копируем, вяжем мою модель. Это вот такой вот худи, толстовка, вот не знаю, как еще назвать, руками. Поэтому все мои школьники, которые вязали балаклаву, быстренько сюда, и теперь вяжем худи. Я знаю, очень много девчонок-подросток сами себе вязали, умнички, вот, из Ализе Пуфи. Вот сейчас у нас Ализе Пуфи Фан, мы продолжаем, есть у меня плейлист именно с этим вязанием руками, вот, и я планирую и далее продолжать вязать такие вещи, потому что я считаю, это как раз вариант для суперзанятых людей. Вот, результат мой вот вы увидите в конце. Буквально за один день вы его свяжете. Ну, за выходной, да, если вот взять с учетом того, что сгонять еще на дискотеку подростка. Вот, девчоночки, значит, у меня ушло на мой размер где-то 44-46 6 мотков этой пряжи. Ализе Пуфи Файн, я повторюсь. И мой цвет, который я безумно люблю, вы обратите внимание, потому что у меня все вот эти вот изделия, они связаны в одном цвете. Потому что, я сейчас вам раскрою секрет, я его купила для того, чтобы вязать для видео, потому что считаю, что эта тема такая, ну, полезная, актуальная. Вот. А потом в итоге я планирую связать из этих всех, из этой пряжи, которые у меня были для видео, плед себе. Вот. Поэтому у меня все в таком цвете. Значит, цвет у меня 268. Далее, что хочу сказать. Хочу поблагодарить, девчонки, огромнейшее спасибо всем за помощь, за поддержку, которые мне присылали денежки, поддержали меня. Объясняю для тех, кто не понимает, девчонки, я не нахожусь в России, но у меня доход упал примерно в 6 раз. Понимаете? То есть, если я, допустим, получала $600, то сейчас я получаю $100. Живя в Чехии, для меня это вообще ничего. Я уже нашла две работы, вернее, три нашла, буду пробовать, иду работать, поэтому видео будет мало, мне нужно за что-то жить. И за любую вашу помощь, поддержку канала я, конечно же, буду благодарна. Пока вот такая вот ситуация с монетизацией, вы уж меня простите, мне до сих пор стыдно просить, ну вот так вот сложилось, не хочется просто забросить канал, потому что мне нужно платить ипотеку, и мне нужно зарабатывать деньги где-то в другом месте и бросить канал, вот, поэтому я вот иду на такие крайние меры, прося помощи у вас. Девчонки, не обязательно, у кого есть возможность, не все, ни в коем случае я не хочу допустить вот ситуации, когда закрыть все мои видео, да, и продавать мастер-классы. Вот этого я тоже не хочу делать. Я хочу, чтобы они были, как и раньше, доступны для всех, и вот так вот, как было. Еще одна просьба. Я уже сделала такое длинное отступление. Еще раз прошу за это прощение. Девчонки, кто живет в других странах? Знаете, что я придумала? Я теперь буду видео, они в любом случае будут реже, потому что я не буду успевать, конечно, часто выкладывать видео. Такие основательные только видео как бы делать, чтобы это был мастер-класс от начала до конца. Вот, если не буду успевать, то, возможно, где-то какой-то разбор джемперочка я сделаю. Но это в том случае, если не буду успевать, там, хотя бы 3 мастер-класса полноценных вам в месяц предоставить. Вот, и еще, видите, что хотела еще сказать. Я теперь эти мастер-классы обязательно буду делать субтитры и обязательно их буду переводить. Там есть автоматическая функция, я уже с ней разобралась. Пару последних видео у меня уже с субтитрами, с переводами. Поэтому все последующие видео будут и с этими субтитрами на разные языки. И от вас, к чему я это веду, вас хочу попросить, девчонки, кто живет в других странах, вот по Европе, Америка, Канада, где угодно. И я попрошу, если можете, вот вы все равно общаетесь и с местными же, правильно, людьми, поэтому вы знаете локальные группы по вязанию, да, вот просьба просто закинуть туда какое-то из моих видео, да, и написать, что там есть перевод, вот, вот и все, вот я придумала, если
таком формате эти видео чуть-чуть разойдутся, и канал выйдет на прежний уровень, как бы, как он был, то я смогу заниматься просто каналом, и этих видео будет больше. Сейчас их действительно будет по мере возможности. Как я смогу, так и будут. Так, прошу прощения еще раз за это отступление. В общем, прошу лайк, комментарий для продвижения. Поделиться где-то желательно... Ну, везде, конечно, ну, желательно там, в других странах. Вот это очень мне поможет, правда, очень поможет. Я буду работать над этими субтитрами, честно и ответственно, вот. И вот такая вот у меня к вам просьба. Просто поделитесь этим видео, чтобы оно просто распространилось. У меня есть девчонки, много девчонок с Италии, много девчонок с Польши. Вот, им притом мои постоянные зрители, поэтому я думаю, рукодельниц мои видео заинтересуют в любой стране. Все, девчонки, начинаем вязать. У меня ушло 6 мотков, вот на мой размер, я не знаю, сказала я, не сказала. Понадобится мне один крючок, я там его использовала, но это не обязательно. Для тех, кто не знаком с крючком, справитесь и руками, в общем, ничего сложного. Вам нужны... выходные, 6 мотков пряжи и хорошее настроение. Все, девчонки, начинаем. Результат в конце, как обычно. Не сердитесь, в конце результат. Вы сможете приспособить это все на свой размер. Я все буду объяснять по ходу. Значит, начинаем мы с капюшона. Я буду прорисовывать, чтобы было понятно. Значит, 61 петелечку. 61 петлю отделяем. Раз, два, три, четыре, пять. 26, 27, 29, 30. Это 61. Далее. Вот это у нас будет ширина капюшона, окружность капюшона. Далее берем 62 петлю. Рабочую нить заводим сюда, кто не знаком, я объясняю, и начинаем вязать. Вот 62 петля идет в эту 61, и продвигаемся сюда. Следующая петелька, мы одеваем снизу вверх. Можно использовать крючок, кому будет удобнее. Мне удобно вот так вот руками. Я что-то и пробовала я крючком, да, все равно руками удобнее. Здесь вот раскручиваем, чтобы не было перекрутов, ну, чтобы ровно ложились петельки, и вяжем до конца ряда. Здесь у нас нет изнаночных рядов, здесь у нас ряд идет либо справа налево, либо слева направо. Все ряды как бы лицевые. И вяжу до конца. Так, довязала я до конца ряда. Теперь в конце ряда, вот смотрите, точно так же. Теперь поворачиваем справа налево и начинаем вязать справа налево. Так вот поднимаем и вяжем теперь поворотный ряд. Вот теперь вяжем вот так вот. Потом обратно и вот таким вот образом продолжаем вязать. Так, я провязала, девчонки, смотрим, 15 рядов, вот, то есть вот здесь вот у меня ячеек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 13, 14, 15, и вот 16 петелька должна быть. Значит, здесь я пишу сейчас 15 рядов, сейчас измерю вам в сантиметрах, сантиметры тут выгодно, очень удобно, что плотность, вы по-любому попадаете в мою плотность, и это 22 сантиметра, 22 сантиметра. Ширина вот на 61 петлю всего капюшона. Здесь у нас 83 сантиметра. Вот это вот. Так, и теперь мы отделяем вот эту центральную петлю. Здесь у нас будет 30 петель, и здесь у нас будет 30 петель. Я беру маркер и, значит, 30 петель отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот она,
31 петля с этой стороны, она должна быть и с той стороны тоже 31 петля. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Все правильно, вот она, центральная петля. И теперь будем делать сокращение, основываясь на эту центральную петлю. Значит, здесь мы будем провязывать по 3 петли. Центральная у нас будет вот эта вот петля. Итак, теперь я вяжу 29 петель. 30 мы будем задействовать. Сейчас вяжу 29. 1. Восемь и 29. Теперь здесь я буду использовать крючок, вот чтобы упростить. Значит, на крючок я одеваю сначала вот эту вот петлю, которая была отмечена маркером, далее петлю слева от нее и далее вот эту вот петлю справа от нее. То есть 3 петли захватываем петельку рабочую и протягиваю через эти 3 петли. То есть 2 петли отсюда и отсюда по петле мы сократили. Вот это была та центральная петля, которую мы обозначили. То есть теперь по бокам от нее у нас по 29 петель, и я вяжу ряд до конца и поворотный ряд сюда. Так, вот я провязала сюда обратно 28 петель. Вот она, 29-я, и вот она центральная, ее видно здесь, видите? Значит, я беру опять на крючок центральную петлю слева и петлю справа. Теперь с этой вот следующей от рабочей нити, и ее я продеваю. То есть я сократила еще раз 2 петли, и вот таким вот образом я продолжаю. В каждом ряду я сокращаю по 3 петли. То есть здесь у нас петли будут сокращаться. Здесь я сократила 1 2 3 4 5 6 6 раз, у меня 6 сокращений. 1 2 3 4 5 6. Это значит, что здесь у меня осталось 24 петли, здесь 24 петли, здесь у нас пошло вот так вот, и одна петля вот здесь вот. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 24. Вот она, одна центральная. Раз, два, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 24. И вот так вот выглядит этот капюшон. Так, вот он, наш скос. Теперь нить у нас остается здесь, теперь мы его сошьем. Мы берем центральную петлю вот эту вот и через нее продеваем по очереди слева петлю, справа петлю, слева петлю, справа петлю. Так, и последняя петля, вот она. Вот, и одна петля у нас осталась. Такая вот косичка сзади у нас симпатичная. К
которую мы будем использовать как декоративную. Здесь две петельки, две ячейки я оставляю, вот так вот их разрезаю, чтобы закрепить эту петлю, вот, и увожу на изнаночную сторону. Здесь можно воспользоваться крючком. Вот он, наш капюшон. Теперь меряю еще глубину. Тридцать один сантиметр у меня здесь. Вот вся глубина 31 сантиметр. И сейчас посчитаем ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 20, 21 ряд. 21 ряд. Так, теперь мы берем вот эту вот часть капюшона нижнюю. И набираем петли здесь, вот ниточку можно привязать вот по краю, по низу капюшона. Мы из каждой петли вытаскиваем одну петлю и считаем. Тут у нас теперь по центру мы набираем, вот видите, здесь вот 22, один, 42, 43 петли у меня здесь. Так, это петли нашей горловины. То есть далее мы будем вязать реглан вот таким вот образом. Здесь у нас будет отверстие, значит, у нас будет 4 регланные линии по одной петле, 43 петли здесь. Значит, здесь у нас будет рукав, 2 петли, здесь у нас будет 17 петель, здесь у нас будет 9 петель. Так, 10, 10, 20,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Все правильно. 43 петли. Это наше распределение. И вяжем у нас нить вот отсюда. Вяжем таким вот образом. Значит, вот 9 петель. Провязываем 9 петель. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девять. Теперь реглан. Для реглана мы одну петлю оставляем свободной. И провязываем одну петлю следующую, то есть мы добавили одну петельку, вот просто мы ее здесь оставили и здесь по обеим сторонам от регланной линии. И далее мы вяжем две петли, две петли рукава, раз, два, снова делаем регланную линию, для этого оставляем одну петлю, регланную линию провязываем, оставляем одну петлю. Далее у нас 17. Раз, два, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Далее регланная линия, оставляем одну петлю, следующую провязываем, оставляем одну петлю и далее 2 петли рукава. Снова. То есть мы двигаемся вот таким вот образом в этом направлении сейчас. Сейчас у нас 2 петли рукава и осталось. Сейчас у нас 2 петли рукава. Так. Вот я сделала регланную линию, провязала 2 петли рукава, далее снова регланная линия, добавили петлю, провязали регланную линию, добавили петлю. И далее у нас осталось 9 петель, которые мы провязываем. Восемь и 9. Теперь вяжем поворотный ряд, в нем как реглан, обычный классический реглан. Ну, кто не вяжет, сейчас буду показывать. Просто мы провязываем все петли. Кто не знаком, кто будет вязать, кто не вяжет ни крючком, ни спицами, а вяжет рукавами, не знаком с регланной линией, я сейчас объясню. Так, вот мы доходим до регланной линии, вот она одна петля. Эта петля, которую мы добавили, мы берем ее вот так вот, переворачиваем, чтобы, и провязываем, чтобы минимализировать дырку. Провязываем регланную линию, эту петлю снова тоже поворачиваем сюда, вот так вот. И провязываем. Далее провязываем петли реглана. То есть петли эти мы поворачиваем вот так вот к направлениям к реглану. Вот сюда они встретились, провязали. Саму петлю реглана просто провязали. Эту петлю повернули тоже к петле реглана и провязали. Все. Точно так же все еще оставшиеся там две регланные линии мы делаем. То есть в этом ряду мы просто эти петли поворачиваем. Запоминаем, если ряд справа налево, мы просто его провязываем. Если ряд слева направо, мы добавляем петли в регланной линии. Все очень просто.
Так, вот снова регланная линия, поворачиваем. И эту петлю поворачиваем сюда. Далее мы уже петли никакие считать не будем, мы просто будем ориентироваться на регланные линии. Так. Все, довязала. Теперь у нас ряд слева направо, и мы будем добавлять снова петли. Далее, как я уже сказала, мы не будем считать петли. Далее мы просто смотрим вот эту вот регланную линию, по бокам от которой у нас добавление, и вяжем до нее, ее не провязываем. Так, вот она, значит, по бокам от нее мы одну петлю снова то же самое оставляем. Далее провязываем эту регланную линию и оставляем еще одну петлю, то есть справа и слева оставляем по петле. Вот они здесь вот было и здесь вот. Таким вот образом эта линия, она у нас неизменна, и мы вяжем до следующей регланной линии. Их хорошо очень видно, вот она, видите. Мы доходим до нее и оставляем одну петлю перед ней, провязываем и одну петлю оставляем после нее. И так вот все четыре регланные линии. Далее ряд следующий справа налево, который мы просто вяжем, и эти петли опять переворачиваем точно так же. И так продолжаем. Итак, смотрим, что у меня получилось. Я провязала, вот у меня, смотрите. Скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рядов я провязала, и теперь я замыкаю в кольцо это все дело. То есть я не буду теперь вязать вот такими вот круговыми рядами, при этом добавление все у нас остается. Я просто вот здесь вот, где у меня этот разрезик, я начинаю вязать отсюда по кругу. Сейчас я должна была возвращаться и делать добавление. Я вяжу второй круг, то есть теперь будет через круг. В одном круге мы делаем добавление, в одном круге мы просто вяжем без изменений. У меня сейчас тот круг, где делается добавление. Для того, чтобы присоединить нить, я распускаю одно колечко последнее. Здесь у меня есть распущено, и я привязываю. Так, есть. Продолжаем. Вот, ой, я уже уехала. Вот сейчас мне нужно было делать добавление, вот регланная линия. Теперь мы здесь двигаемся сюда, и вот добавление. И так идем далее. Вот у нас следующее добавление, здесь у нас регланная линия, и здесь регланная линия, мы делаем добавление и приходим сюда. То есть круг у нас теперь начинается отсюда, не теперь, а круг у нас начинается отсюда. То есть один круг я делаю добавление, второй круг я провязываю ровно, при этом провязываю эти добавленные петли. Все как было, только мы там вязали слева направо, справа налево, вот, а здесь по кругу. Так, вот сейчас вот смотрим, куда, сколько мы вяжем. Мы вяжем, меряем на себя, вот по передней детали. Вот здесь вот хорошенько
усаживаем это все дело. Здесь мы еще будем вязать азиатский росток, поэтому вот смотрите, передняя и задняя деталь у нас разной длины. Если мы хорошо на себе оденем, то это нормально. Передняя деталь вот она, а задняя деталь вот она. И вот мы смотрим, у нас три ряда здесь как бы лишних. Мы сейчас их дополним, эти три ряда, и сделаем азиатский росток, чтобы у нас все хорошо сидело. Значит, пройму мы меряем по передней детали. Вот так вот меряем на себя и где мы хотим пройму. Вот, еще ориентируемся на ширину, вот передней и задней детали. Сейчас я все еще буду рассказывать. Значит, в общем, меряем на себя. Вот здесь мы уже, здесь нам уже все нравится, ширина рукава, ширина проймы. Мы останавливаемся и продолжаем сама. Значит, что у нас, как это выглядит по схеме? Здесь мы соединили и далее вязали по кругу. Да? Сейчас, допустим, находимся вот в этой вот стадии. И, значит, у меня добавление, я просто сейчас посчитаю, сколько у меня. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать добавлений. Вот здесь вот, здесь 11, здесь 11, везде по 11 добавлений. 11 с каждой стороны реглана, то есть всего за один реглан 22 петли, то есть 11 здесь, 11 здесь и здесь 11, 11. Значит, сейчас нам нужно вот эти регланные линии, они у нас уходят в рукав, вот это, вот это и вот это. Вот они, регланные линии. Линия реглана удлиненная, не пугаемся. Это не классический реглан. Он здесь получается удлиненный. 33 сантиметра вот здесь вот. 33 сантиметра. Кому страшно, не вяжи. Это нормально. Здесь не классическая линия реглана. Значит, 33 сантиметра у нас по реглану. Здесь у меня получается сейчас 60 сантиметров спинка. Сейчас я ее буду отделять. 60 сантиметров. А в петлях это у меня 22 плюс 17. 39 петель. 39 петель. Проверяем. Значит, вот она моя спинка. Надеюсь, вам видно. Вот спиночка. Значит, регланная линия уходит в рукав. Считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, 38, 39 петель. Все правильно. Так, здесь я, значит, остановилась вот где-то в этом месте. И сейчас я довязываю до конца спинки. То есть я вот так вот плавно перехожу сюда, в эту точку. Уже ничего я не добавляю, не убавляю. Да, я сейчас вяжу петли рукава. Вот мы видим, что доходим до регланной линии, тоже ее проходим, ничего уже не добавляем. Здесь у нас уже идет разделение. И вот вяжем до следующей. Вот сейчас уже петли спинки, вот эти вот петли у меня идут. Так, вот я довязываю
до регланной линии, довязываю петли спинки. Вот последнее добавление, вот она регланная линия, вот ее видно. Ее мы оставляем для рукава. Мы же начинаем, поворачиваемся. Здесь у нас снова поворотные ряды. И мы вяжем только 39 петель спинки. Так, поворотным рядом, слева направо. Теперь что хочу сказать. У вас, это у меня 39 петель, вот на эти 11 добавлений. У вас это может быть меньше петель, потому что вы можете вязать подростковый размер, где будет, допустим, не 39, а 30 петель по центру, 31 петля по центру, да? Так что смотрите, девчонки, это уже далее все идет ориентировочно. Ширина изделия, длина изделия, ширина рукава, длина рукава. Вот начинаете вы так, как начала я, а далее вы уже под, при помощи реглана, вот этой вот регланной линии, корректируете свою ширину изделия, длину изделия, рукав. В общем, что можно сделать еще, если вы не хотите длинную пройму, можно сделать короче и сделать подрезы. Но вот я решила вот так вот удлиненную пройму сделать. Мне так нравится. Вот почему-то мне вот такие вот вещи с удлиненной проймой очень-очень нравятся. Я вяжу до вот этого реглана и буду поворачиваться снова. И так вот вяжу три ряда. Вот он первый ряд, потом сюда и потом обратно. Сейчас довяжу вам, где поворот, и покажу вам, потом отключусь. Так, вот. И регланная линия. Все, ее мы оставляем здесь, поворачиваемся. Эта регланная линия уходит в рукав. И вяжем еще ряд сюда и ряд обратно. Итак, я провязала, вот вернулась сюда. Вот такой вот у нас получается по спинке. Мы добавили эти петли. Так, вот я провязала три ряда. И вот на... как бы вернулась сюда и начала уже следующий ряд. Не знаю, записалась, не записалась. Но тот ряд, в котором я буду соединять уже петли спинки. Вот они, петли спинки. И петли передней детали. Оставив при этом нетронутые петли рукавов. Вот, видите, вот это наш азиатский росток, который я довязала. Оставляю петли рукава. Вот она, регланная линия. Вот она, регланная линия. Вот. Включая эти петли, я оставляю. И... значит, у меня здесь, девчонки, я буду добавлять петли подреза, потому что я как-то не очень хорошо измерила. У меня 55 петель, и мне нужно добавить 5. Вот 5 петель, это 3 петли, то есть это будет наш подрез. Я закончила вязать спинку. Это в том случае, если у вас не хватает ширины. Вот мне нужно добавить 5 петель, это вот 3 петли. Ой, 5 сантиметров, это 3 петли. Я их добавляю и начинаю вязать переднюю деталь. Здесь у нас остается рукав, включая вот регланную линию. Начинается рукав и заканчивается рукав регланной линией. Далее я провязываю петли передней детали. Так, здесь у нас вот эти три петли дополнительные. И вяжу я петли передней детали до второго рукава. Вот я довязываю петли передней детали, и вот у меня остается петля реглана. Ее мы тоже оставляем. И вот второй рукав,
заканчивается регланной петлей. Здесь 3 петли добавляем. 1, 2, 3. И переходим на спинку. Вот она спинка. То есть здесь у нас получаются вот такие вот петли открытые, да? И далее вяжем по кругу. Теперь мы вяжем и спинку, и переднюю деталь по кругу. Эти петли мы включаем в работу. И вяжем тушку. Вот смотрите, я довязываю петли спинки. Здесь у меня вот эти 3 добавленные петли, я их просто провязываю, ввязываю в работу. И продолжаю по кругу вязать до нужной нам длины. У каждого она будет своя. Вот. Продолжаем. Так, я провязала немного вниз, и сейчас покажу вам рукава, потому что я хочу вязать вот постепенно все 3 части и мерить на себя, определяться. Значит, начнем. Это у нас левый рукав. Значит, берем ниточку, привязываем вот здесь вот. И вяжем. Здесь у нас, помним, да, мы здесь добавили 3 петли. 1, 2, 3. Вот из них мы провязываем те же 3 петли. 1, 2, 3. Так, теперь провязываем петли рукава, которые у нас здесь. Тоже у вас будет, возможно, другое количество. У меня это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, 1, 2, 3, 4, 5. 12, 13, 26 петель у меня. 22 23 24, и по одной кромочной. Да, все правильно, 26 петель я провязываю петли. Так, вот мои 26 петель. Теперь у нас вот здесь вот этот вот азиатский росток. Это та спинка, которую мы довязывали. Вот здесь вот из каждой петли тоже по петле. 1, 2, 3, 4. То есть из каждого ряда по петле. 1, 2, 3. 4. Можно добавить еще, сейчас я посмотрю. Нет, не надо. Значит, итого у нас 26 петель рукава, которые у нас остались. 3, 4 петли отсюда и 3 петли с подреза. Значит, это у нас 33 петли на рукаве. Все, я вяжу по кругу. Сокращений никаких делать я не буду.
Вот, просто вяжу по кругу до манжета. Это у нас левый рукав. Сейчас мы разберем правый рукав. Там чуть в обратную сторону петли набираются. Я вам покажу, чтобы вы не путались. Значит, это левый рукав. Теперь перейдем к правому рукаву. Значит, правый рукав. Мы начинаем точно так же, только привязываем от передней детали. Начинаем. Вот, видите, здесь у нас росток на задней детали. Там у нас он был здесь, а здесь он здесь, с этой стороны. Так, привязываем нить. И начинаю вязать. Опять же, вот эти вот 1, 2, 3 дополнительные петли, которые мы добавили, мы из них вывязываем по одной петле. 2, 3. Далее азиатский росток. 1, 2, 3, 4. Вывязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Далее 26 петель рукава. И по кругу опять же. То есть я сейчас вяжу оба рукава, продолжаю вязать, меряю на себя и определяю манжет и длину, которая мне нравится. В общем, какую длину рукава я хочу и какую длину толстовки я хочу. Все, продолжаю. Итак, рукав я провязала 18 рядов. Вот от подреза. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. И далее, что я делаю далее? Нужно привязать ниточку. Значит, далее я буду сокращать петли, провязывая их по 2 петли для того, чтобы сделать манжет. Значит, останавливаемся обязательно вот здесь вот, где у нас пройма. Я уже, видите, я уже провязала больше, поэтому я возвращаюсь. Так, вот видите, пройма и моя лучшая нить. Значит, далее, что через 18 рядов я вот так вот беру 2 петли и провязываю через 2 петли петельку, снова 2 петли, то есть половину петель я сокращаю. Пробежалась я по кругу, сократила петли. Так. И далее вяжу просто ровно. Ну, то есть так, как я вязала, только петель у меня теперь в 2 раза меньше. Продолжаю вязать. Итак, я провязала 9 рядов. Вот здесь вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И теперь вот законченный ряд. Давайте я вот покажу. Вот он. Вот такой вот рукав у нас получается. И что я теперь делаю? Я здесь оставляю рабочую нить и работаю с этими петлями, которые у меня провязаны. Значит, беру вторую, первую. И вторую продеваю через первую. Двигаюсь вот так вот. То есть я петли закрываю.
Так, и так. Последняя петля теперь. Ножничками я отрезаю, оставляю 2 петли здесь и отрезаю, распускаю их. Далее крючок мне понадобится. Продеваю вот эту вот нить в петлю последнюю и здесь вот цепляю за вот эту вот последнюю петлю. И вот, делаем вот такой вот захват на изнаночную сторону, уводим. Рукава у нас готовы. Теперь осталось низ довязать. Так, провязала я, сейчас скажу, сколько рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17. И в 18 ряду, в принципе, ну тут уже вы регулируете сами. Я немного вяжу сейчас 18 ряд. То есть, смотрите, я точно так же делаю сокращение. Провязываю 2 петли вместе. Далее провязываю, вот они, 2 петли. Далее провязываю 4 просто, обычно. Раз, два, три, 4. Далее снова 2 вместе. То есть, мы край чуть-чуть как бы подстянем. И далее 4 без изменения. Раз, два, три, 4. Две вместе. Каждую 6-ю петлю сокращаем. Вот я провязала ряд, один круг, вот видите, последний, и вот здесь вот первые мои сокращения. Так, вот он мой конец ряда, и отсюда точно так же, как на рукаве, вот, видите, первое мое сокращение. Вот старайтесь, чтобы этот стык был под мышкой, да, ни сзади, ни спереди. И опять же, слева направо рабочая нить остается здесь, а это я закрываю все петли. Видите, чуть-чуть оно вниз получается стянутое, немножечко. Такую форму кокона придать, и все. Так, вот довязываю. Точно так же продолжаем. Довязываю я до конца ряда. Вот.
Теперь нужно соединить. Я две петельки отрезаю, оставляю две петли, которые разъединяю. Далее продеваю через последнюю петлю. И вот здесь вот первая. Смотрите. Так. И с изнанки продеваем. Все, теперь остается нам обвязать горловину, и все. Так, переходим к нашей капюшон. Горловинку сейчас обвяжем, чтобы было красиво, как бы закончено. Значит, последнюю петельку здесь я тоже распускаю. Переходим туда, где наш вырез горловины. И вот смотрите, здесь у нас соединение, мы на одну петелечку ниже берем и вытаскиваем петлю. Здесь можно крючком, кстати, наверное, здесь вот будет крючком удобнее. Следующая петля, достаем следующую и провязываем. То есть такое своеобразная цепочка, это можно делать и руками. Я сейчас делаю крючком. Но это можно делать и руками. Вот такую вот как бы законченность приобретает. Возможно, вы знаете, стоит сделать и внизу вот такую вот кайму. Видите, как получается, оно такое тут плотненькое, симпатичное, завершенное, как бы. И так по вырезу и по капюшону мы это все обрабатываем. Руками сейчас покажу вам. То же самое продеваем в следующую петлю, потом в эту петлю. Если крючком вам неудобно, показываю руками. То же самое. Но в этом месте, мне кажется, крючком удобнее. Тут уже на капюшоне из каждой петли. В общем, тут видно, вот они. Эти. Да, вот видно, что это у нас этот разрезик, далее пошел капюшон. Вот смотрите, я прошлась по всему капюшону и вернулась сюда. Там, где я начала. И значит, что у меня здесь? Значит, мне нужно опять же отрезать одну ячейку. Разрезаю. И теперь последняя петля у меня будет из этой ниточки. Так, все. Вот. Здесь у нас ниточка есть. Эту я продеваю на изнанку и связываю две нити. Все, девчонки, можно еще такой цепочкой пройтись внизу и по рукаву, тоже будет очень красиво. Так, все ниточки мы продеваем. Девчоночки, я сейчас на манекене на себе вам покажу. Прощаюсь с вами. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.